Солдатские матери Ямала проинспектируют воинские части. Представители Ноябрьской общественной организации «Комитет солдатских матерей» вылетели на юг России для посещения войсковых частей Новороссийска и Анапского района. Кроме того, по инициативе окружного правительства они побывают на большом десантном корабле «Ямал» в Севастополе. Цель поездки – ознакомление с условиями прохождения военной службы ямальских ребят и соблюдение их прав на местах. Как отмечает пресс-служба губернатора, сейчас в частях этих населенных пунктов проходят службу более 80 ямальцев. Также среди основных задач комитета – проведение переговоров с командованием воинских частей на предмет заключения договоров о сотрудничестве и социальном партнерстве. Поездка продлится до конца месяца.